Встречаем наших следующих гостей. У нас в студии образцовый художественный коллектив современной хореографии «Мастерская танца». Cigarette. I don't believe I ever saw without a cocktail in his hand. No one swings his arm to the big band voodoo band. Yeah. Now he strolls through the city like a big old alley cat, with his pinstripe suit and a big band voodoo hat. I don't believe I ever saw him without a kitten on his hand. And no one swings his arm to the big band voodoo band. Hey, Mr. Pinstripe Suit. Hey, Mr. Heidi, Heidi Ho. Well, I know you got the answers. We all wanna know. Mr. Wingtip Shoes. Hey, Mr. Always on the go. Well, I know you got the answers. We all wanna know. Мастерская танца. Девчонки, все, можно расслабиться. Вставайте к вашему руководителю. Браво. Светлана, подходите к нам сюда поближе. Светлана Кулешова, руководитель образцового художественного коллектива современной хореографии «Мастерская танца» у нас в гостях. Здравствуйте, Светлана. Доброе утро. Итак, мы знаем, что 29 апреля у вас состоится отчетный концерт. Ну, сейчас пора отчетных концертов у всех коллективов, правда? В конце... Глаза удивились. Видимо, нет. В конце весны обычно у многих. У нас на самом деле в прошлый четверг состоялась огромнейшая, грандиозная премьера программы «Импульс». Мы работали под живой звук с командой «Мелбэнд». Вот. Сейчас 29 апреля концерт приурочен к Международному дню танца. Это наша традиция. Мы ежегодно... Каждый крайний четверг апреля работаем большие сольные концерты «Мастерской танца». Вот этот день танца, он когда, в какую дату? 29 апреля. Он всегда 29 апреля? Всегда, ежегодно 29 апреля. А вы не каждый год, получается, попадаете в день танца, потому что каждый... Мы не совсем попадаем, потому что даты же сдвигаются. По традиции крайний четверг апреля. Расскажите лучше, как попасть-то тогда туда? И можно ли вообще попасть 29 числа? Или только родителями будет зал заполнен? Ну, зал на самом деле уже заполнен. Я думаю, что попасть можно будет в любом случае, потому что... Мы посадим, приходите. Найдется место. Может быть, онлайн-трансляция? У меня традиционный вопрос. Есть ли парни в коллективе? Очень мало. Традиционно мальчики уходят либо в спорт, либо в современные, в уличные, да, направления, в джазе. В джазе только девушки. Но у нас есть потрясающий, прекрасный парень-солист, наша звезда. Мы им очень гордимся. Не отпускайте его. Приходится доплачивать. Он не уходит после тренировок. Вы о джазе сказали. Вот направление джаз, это одно из главных или все-таки все современные?
Это главное наше направление. Мы всю концертную лексику работаем в джазовой хореографии. Мы ее стараемся продвигать. В массы мы стараемся людей оккультуривать. Вот. Конечно, в рабочих планах мы работаем современный джаз-модерн. И современное направление берем в плане техники. Но концертное выступление именно в джазе. Знаете, вот случается такое, что когда дети выпускаются из школы, они еще выпускаются из различных секций, кружков и так далее. У вас в этом году будут выпускники? Нет, в этом году у нас выпускников не будет. У нас еще до 11 класса мы еще пока не доросли, наши самые старшие воспитанники. Вот, поэтому в этом году мы не потеряем наших. Не отпускаете никого. Только приобретаем. Ну и еще один вопрос. Вот слово «образцовый» перед названием коллектива, что оно значит вообще? Почетное звание, которое присуждается коллективам высокого уровня. Бывают, значит, детские коллективы – это образцовые, взрослые коллективы – это народные коллективы. Вот, так что мы обладатели почетного звания образцовые. Вы классные, это заметно. На отчетном концерте, ну, наверное, лучшие номера, да, показывать? Не только импульс будет, да? То есть будет импульс как новинка? Нет, импульс нет. Уже был. Импульс, у нас все концертные программы, конечно же, они тематические. То есть у нас нет такого, что мы собрали номера в кучу, да, и вот пошли их. Сейчас танец «Ромашка», потом танец «Гвоздичка» и так далее. Нет. У нас очень большие классные спектакли, проекты сюжетные. Мы уже несколько лет работаем только под сопровождение живого звука. То есть мы работаем с Красноярским духовым оркестром, мы работаем с Мелбендом. Через 2 года у нас юбилей, нам 20 лет исполняется. Это будет огромнейшая концертная программа, которая также будет идти под живой звук. Вот, ну... То есть 29-го будет именно так, как вы описываете? Нет, 29-го сейчас мы приурочим это все ко дню танца. Там мы будем работать не под живой звук, под фонограмму. Со следующих всех уже проектов. То есть сейчас из-за пандемии, да, из-за того, что прошел вот этот год у нас в прошлом году, я вспоминаю себя ровно год назад, 29 апреля. Также это была среда, накануне концерта, и мы выложили большой пост слеза. О том, что слеза, да, что все будет хорошо, мы вернемся, и все будет классно. Вот, поэтому сейчас именно из-за пандемии у нас вот этот концерт, он будет под фонограмму, но импульс и все остальное, это все живой звук. Спасибо огромное. Спасибо, Светлана, спасибо, девчонки. Мастерская танца 29 апреля у них в Правобережном городском дворце культуры состоится отчетный концерт. Мы желаем творческих успехов. Ну и приходите еще в гости. Теперь уже с живым звуком будем ждать вас в нашей студии.